Крокодил Гена, блядь. Без ушов, блядь. Да, девочки, мальчики. И не указывайте у меня на моих эфирах, блядь, что мне нахуй делать. Я еще раз вам говорю. У меня идет тема, и я ее обсуждаю. Поняли? То есть все такие умные. Я же тоже умный. Ой, ну чё, приготовим что-нибудь. Я немножко так поорал. Но я отдельное видео сделаю. Я там вообще кричать буду. Ну это так, трансляция немножко. Все равно же, блядь, закрутки, заходите. Куета вот эта. Телекция. Милая моя. Блять. А то я, понимаете, как будто, блядь, знаете, первый день, блядь, в эфирах сижу. У самих, блядь, ни одного, блядь, подписчика нет. Ну сидят, блядь, гавкать-то, блядь, могу. Гавкать-то могу. Ёб твою мать, блядь. Потом говорят, я святая, мать Магдалена. Курим кверху и пиздой-то вниз. Да, девочки, мальчики? Вы это хотели узнать, а я люблю, хуй пойму. Меня этим, блядь, знаете, я потяпкать могу. Да. Комментарии тут мне, блядь, написывали, как захотела. Ты, блядь, рожу твою сейчас покажу, блядь. Сверху и низу, блядь. Какое ты уёбище, какое ты, блядь, чмо, блядь, позорное. И сколько у тебя детей, сколько у тебя... Этих. Посмотрим, блядь. Мир хочет узнать трагедию, блядь. Я могу показать ей. Модераторы прислали. Хочешь? И твои тайны, блядь, все расскажу, сука. Я научу, как, блядь, любить YouTube. А то я эфир засоряю. Да, блядь, иди нахуй отсюда, чтоб тебя, блядь, черти съели, блядь, в аду. На сковороде, блядь, провертели, блядь, хорошо. Ты, ёб твою мать, что-то тебя, блядь, сильно не ворочают. Бабушка с рядышком, да. А я на солнышке лежу. А я на солнышке лежу. А я на солнышко гляжу. Девочки, мальчики, не сопротивляйтесь этому организму, девочки. Так что, Наташа. Да, Наташа Бубльшева, я тебе объяснил, куда надо пойти и что нужно сделать. Передача будет о тебе в следующий раз. А так я о тебе поговорю 5 минут, все. Ну, неинтересное вот такое уёбище, которое, как Таисия Ивадия говорила, таких, блядь, надо вот так вот брать и давить сразу нахуй. И в лес отпускать. Да. Чтоб пугали. Белочек. Да. Ну как-то так.